Друзья, всем привет, и мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что здесь будет новенького. В прошлой части мы уже прошли первую миссию, первый эпизод. Ну, а сейчас, друзья, начнем второй эпизод. Итак, друзья, есть у нас 5 игроков. И Рональда, девушка Ниндзя, и вот такой забавный ящик. И против нас будет 5 врагов. Ну что же, здорово, друзья. Итак, отправимся в бой и посмотрим, что из этого произойдет. Это же Декстер Стокбой. А что он делает с кланом Фуд? Давайте-ка посмотрим. Нет, меня зовут Бакстер Стокмен. Неужели так сложно запомнить? Знаете что, мне некогда. Фудботы, приведите черепаху ко мне живой. Ну, как-то вот так. Нет, думаю... Стикман, разве ты забыл, кто я? Итак, давайте-ка, друзья, посражаемся, посмотрим, что из этого получится. Отлично, друзья, и против нас 5 ниндзя. Ну что же, первым делом давайте-ка метнем сюрикены. Нанесем вот так здорово бой. Отлично. Ох-ох-ох, как здорово ниндзя наносят удары. Ну ничего страшного, давайте-ка вот... Пусть Рональдо нанесет удар. И вот с первым ниндзей мы справились. А теперь нанесем вот удар вот такими вот забавными штучками. Отлично. И попробуем добить. Не удалось. Ну, давайте-ка я еще вот... Пусть Рафаэль подлечит наших героев. И да, все герои у нас вылечены. И просто добиваем ниндзю. Ну вот, здорово. Итак, волна... Первая закончена, еще 2/3 осталось. Отлично, а здесь у нас уже какие-то монстрики. Ну что же, попробуем, друзья, с ними справиться. Ой-ой-ой-ой, как здорово кусаются. Ого-го, и вот такой вот наносят непростые повреждения. Ну вот, одним монстриком мы справились, а сейчас, я надеюсь, девушка Ниндзя добьет этого монстрика. Итак, пробуем добивать. Вот так, да, монстры повержены. Остался последний ниндзя. Ну что же, попробуем его добить. Ох-ох-ох, как нашей девушке досталось. И да, победа, друзья. Здорово, здорово, мы победили. Отлично. Ну и вот, друзья, последний бой. Бой с боссом. Ну что же, первым делом давайте-ка бросим кинжалы. Вот, нанесем троим сразу же урон. И попробуем справиться с первым ниндзя. И да, первого ниндзя удалось, друзья, нам убрать. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. А теперь попробуем, друзья, нанести урон. Добить вот этого забавного ниндзя. И да, он повержен. И остается у нас только вот этот забавный доктор. Ну что же, попробуем, друзья, справиться с силами уже вот без девушки ниндзя. Отлично, делаем супер удар. Вот так, здорово. Итак, еще один единственный удар, и вот враг будет повержен. Итак, пусть ящер его добивает. И вот победа, победа. Ну что же, чудесно. Итак, победа на 2 звезды, на 2 сюрикена, вернее. Ну что же, неплохо, неплохо, вот здорово справились, отлично. Вот, награды у нас крышка люка, карта метро Нью-Йорка и еще 40 единиц. Это у нас, скорее всего, вот какой-то мутаген. Ну что же, замечательно, друзья. Давайте-ка, друзья, я отправлю следующий бой. Что у нас с пиццей? Вот есть достаточно пока, друзья, нам возможности. А что это, друзья, у нас за клавиша собрать? Давайте-ка я посмотрю в магазин. Ага, бесплатно дают нам, друзья, вот какую-то, ага, вот карточку с мутагеном. Комикс Варвар, еще валюту и тигровый коготь. Ничего себе, друзья. Вот, да, друзья, открыт у нас какой-то новый герой. Итак, давайте-ка я посмотрю, кто у нас в списке есть. И да, друзья, вот новое. Давайте-ка попробую я его открыть. Ага, мы, друзья, можем нанять вот этого доктора. Вот. И это все? Больше никого не можем нанять? Нет, только вот этого забавного доктора. Ну вот, смотрите, какие прикольные герои у нас, друзья, есть. Мы можем их в дальнейшем нанимать.
чтобы вместе сражаться. Итак, давайте-ка, друзья, я его найму. Вот, пусть помогает нашим героям. Вот так здорово. Вот, давайте-ка мы переведем его на новый уровень. Вот, в принципе, я думаю, мы и других героев могли бы попереводить на другие уровни. Ну, пусть будет вот так. Здорово. Думаю, пока этого достаточно. Отлично, друзья. И как его добавить к нам в отряд потом? Усилить до следующей звезды. Вот, не надо пока нам улучшать. Вы уверены, что хотите отказаться от этого предложения? Да. Отлично, здорово, друзья. Ну что же, давайте-ка я отправлюсь, друзья, возвращаюсь назад и отправимся, друзья, с вами в бой. Вот какой-то таймер идет. Что этот таймер означает, друзья, без понятия. Ну, как-то вот так. Отлично, друзья. Итак, давайте-ка мы. Вот. Ага. Но это позже мы, друзья, разберемся, что тут и как. Здесь, видите, за монеты еще можно открывать всевозможные карточки. Но давайте-ка сейчас отправимся в бой. Итак, есть, друзья, вот у нас в бою турнир, особые события, серия испытаний, испытания. Вот, и вот первую главу мы с вами уже начали проходить, прошли первую главу. А сейчас у нас вторая глава. Интересно, сколько всего глав? Всего 7 глав. Давайте-ка мы попробуем сегодня пройти вторую главу. Итак, отправимся в бой. Вот только, друзья, как нам... Ага, вот давайте-ка я перетащу вот этого еще героя вот к нам. Итак, у нас уже будет 4 героя. Ну что же, неплохо. Итак, в бой отправляемся, посмотрим, что же получится. Где же край, говорит Шредер. Давайте-ка посмотрим. Мистер Шредер, его здесь нет. Я думал, ты за ней следишь, Ксевер. А я думал, это ты ее нянька. Ну, как-то вот так. Хватит, найдите ее и приведите ко мне. Ну что же, посмотрим, как нашим героям удастся справиться. Итак, у нас уже 4 героя. Вот, посмотрим, что и дальше из этого получится. Вот. Отлично, отлично, отлично. Итак, давайте-ка пусть девушка ниндзя сразу же метает кинжалы. Вот так, отлично. Вот немножко ей достается. Почему-то ее первую атакуют. Вот, ну а я пока попробую нашей черепашке ниндзя нанести урон. Вот так, замечательно. Плюс еще, вот давайте-ка выстрелов. Попробуем добить. Вот здорово. И пусть доктор еще вот так здорово нанесет удар. Ну вот здорово, друзья. Переходим к следующей волне. Опять же, против настроя ниндзя. Попробуем девушкой нанести хороший урон. Вот так, замечательно. Ой-ой-ой, в следующей части нужно будет, конечно, подлечивать всех наших героев. Давайте-ка, наверное, друзья, я сейчас вот их и подлечу. Пусть Рафаэль подлечит. Да, вот, подлечили, но, честно говоря, не особенно хорошо. Маловато, маловато, честно говоря. Итак, пусть добивает пока. Вот наш герой. Вот, отлично. И доктор тоже пусть наносит урон. Вот, честно говоря, маловато. Вот, отлично. И еще вот так достается доктору. Ну, а наша черепашка-ниндзя пусть добивает врагов. Ну что же, замечательно, замечательно, вот так здорово у нас получается. И сейчас, я думаю, вот этот ящер его добьет. Да, вот так. Чудесно. Итак, давайте-ка попробуем еще справиться с третьей волной. Вот на третьей волной у нас вот такой вот забавный парень. Вот причем, друзья, он четвертого уровня, а нас герои третьего. Тем не менее, нас четверо, а вон всего один, ну плюс двое ниндзя. Тем не менее, я думаю, мы должны справиться. Итак, неплохо. Добиваем первую нить. Вот, честно говоря, странно, что не удалось добить. Ну вот, а сейчас уже добили. Отлично. Вот, достается довольно-таки здорово девушке. Ого-го-го, смотрите, что делает вредина. Но наша девушка-ниндзя может нанести удары кинжалами. Вот так, здорово. Плюс еще вот выстрел. Отлично. И остается, друзья, последний вот этот чернокожий герой.
Вот давайте-ка мы попробуем как-то вот общими усилиями его просто запинать. Ну, пока что-то, честно говоря, не очень получается. Ну, а сейчас мы выстреляем. И да, победа, победа. Ну вот, здорово, друзья, удалось победить. Причем победить на два сюрикена, на две звезды. Ну что же, здорово, отлично, ХП добавлено. Вот есть у нас уже три вот героя. Вот получаем мутаген, поясную сумку и виниловую пластинку. Ну что же, собираем вот эти интересные плюшки, друзья, и отправляемся на следующий эпизод. И это у нас третий эпизод. Вот второй миссии. Ну что же, попробуем, друзья, справиться. Итак, в этом эпизоде вот такие вот ожидают нас враги, какие-то роботы и плюс еще джентльмены в костюмчиках. Ну что же, в бой, друзья. Мутанты, сопротивляющиеся Кренгам, не будут больше сопротивляться Кренгам. Ну, как-то вот так. Точно, мутанты в этом месте станут мутантами, которые будут убраны из этого места. Вот так забавно-то. Нет, Крэнг, мутанты, которые будут убраны из этого места, будут убраны из всех мест. Ну, как-то вот так, друзья. Итак, вперед, давайте-ка сыграем несколько миссий и посмотрим, что из этого получится. Итак, удар кинжалами в первую очередь. Вот так здорово наносим урон, неплохо. Ага, вот робот подлечивает. Ну что же, забавно, забавно. Отлично. И еще, друзья, давайте-ка нанесем удар. Вот, нужно добить первого героя. Вот, отлично. И еще вот так. Да, первый робот разрушен. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка вот этому роботу нанесем урон. Вот, неплохо. Отлично. И добиваем, добиваем, добиваем. Вот так. Ну что же, здорово. Остается всего один противник против нас четырех. Попробуем, друзья, с ним справиться. И еще вот так. Да, замечательно. Отлично. И вот просто добиваем. Ну что же, супер, победа. Вторая волна. Давайте-ка переместимся. Ага, а здесь у нас уже три робота. Здесь уже пойдет более серьезный бой. Вот, отлично. Урон немножко нанесен. Отлично. Ох-ох-ох-ох. Придется, друзья, подлечивать в следующий раз, когда придет очередь уже к нашему герою. Итак, давайте-ка атакуем и попробуем справиться. Итак, добиваем, добиваем среднего робота. Вот чудесно. Но нужно... А теперь Рафаэлу нужно лечить. Вот, здорово, здорово. Смотрите, какая красота. Ого, ничего себе, вы видели, бросил гранату. И вот так здорово нанес урон всем героям. Я надеюсь, что удается убрать. Не удается. Ну вот сейчас, да, удалось, удалось. Ну что же, замечательно, неплохо. Еще наносим, друзья, урон. Вот последнему из роботов. Давай-ка, девушка, наноси урон мечом. Вот так. Ну что же, чудесно. И вот из пистолета, либо это какое-то плазменное ружье, просто добиваем вот этого робота. И победа. Победа, победа. И ага, четвертая волна. Четвертая волна. И здесь будет непросто с ними справиться. У нас есть уже бойцы довольно-таки, уже им неплохо нанесен урон. Тем не менее, я надеюсь, друзья, что удастся все же нам выиграть. Ой-о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 й. И вот девушка-ниндзя практически добита. Надеюсь, друзья, все же удастся ей вот выжить немножко. Итак, давайте-ка попробуем добить вот этого робота. И еще как-то вот так вот. Здорово. Отлично. Вот нету, друзья, у меня возможности подлечить отряд. Значит, попробуем 3 на 3 как-то сражаться. Отлично, вот подлечивает вреди на свой отряд, а я попробую нанести вот урон вот этими вращающимися дисками. Вот, ну что же, чудесно, чудесно. И еще, друзья, нужно несколько ходов. Вот, и я смогу подлечить наш отряд. Вот, не уверен, друзья, что мы дальше сможем пройти вот этими силами.
Вот нужно будет либо пятый герой, либо вот еще купить какие-то либо плюшки, либо какие-то артефакты. Ну вот, здорово. Итак, добиваем вот этого робота. Ну что же, неплохо, неплохо. Еще попробуем справиться с вот этим роботом. Вот так, замечательно. И да, друзья, есть фишка лечения. Итак, Рафаэль подлечивает наших героев. Вот и пробуем вот справиться с вот этим роботом. Вот так. И нет, не удалось. Пока не удалось. И вот я надеюсь, что Рафаэль сейчас его добьет. Да. И победа, победа, друзья. Удалось справиться. Вот на две звездочки, на два сюрикена удалось победить. Ну что же, неплохо. Замечательно, здорово. Еще 4 единиц ХП. Вот, собрали мы 45 единиц мутагена, видеокассету и сумку для тренировки. Ну что же, здорово, друзья. Есть предпоследний эпизод, друзья. Но я не уверен, что мы с ним справимся. Итак, давайте-ка я посмотрю, что бы я мог улучшить. Как мы могли бы улучшить? Давайте-ка, друзья, посмотрим. Посмотрим навыки. Вот, давайте-ка, друзья, я улучшу как-то вот новый уровень. Да. Вот. Поднимите уровень игрока до 0.4, чтобы повысить уровень этого персонажа. А как это сделать? Не совсем, друзья, я понял. Ага. Ну-ка. Нет, ну 250 единиц не хочется. А ну-ка, друзья, давайте-ка возьмем другого персонажа. Возможно, я вот этого смогу улучшить. Вот почему-то не улучшается, друзья. Что здесь хотят? Поднимите уровень игрока до 0.4, чтобы повесить уровень этого персонажа. Ага, нам нужно подняться до 0.4 уровня. То есть персонаж наш не может быть выше нашего уровня. Вот. Ну что же, как-то вот так. Отлично. Ну что же, здорово, друзья. А ну-ка, не могу ли я вот этого Бакстера улучшить? Нет, тоже он не улучшается. Интересно, как я могу вот улучшить все остальное? Непонятно, честно говоря, друзья. И жаль, что я не могу взять пятого героя. Вот жаль, просто жаль. А ну-ка, друзья, давайте-ка я посмотрю. Возможно, где-то есть какой-то открытый герой, чтобы мы взяли пятого человека в отряд. Честно говоря, непонятно, как его взять. Было бы здорово. Ох, какие прикольные, забавные герои, друзья. Ну что же, интересно, но, к сожалению, не можем найти мы его. Так, ну что же, друзья, давайте-ка мы попробуем еще все же вернуться назад. Вот, отправимся с вами в последний эпизод. Вот второй миссии. Это у нас глава. Главу первую мы прошли в прошлой части, главу вторую, если нам удастся, сейчас мы пройдем, и это эпизод четвертый. Ну что же, давайте-ка я, друзья, отправлюсь. Жаль, не понял я, друзья, как улучшать наших героев. Тем не менее, друзья, вперед. Давайте-ка попробуем справиться. Вот, и это все четвертого, третьего, и вот главный противник пятого уровня. Тем не менее, друзья, постараемся вот выиграть. Вот ты где, значит, интересные у тебя нынче спутники Карай. Вот, отлично. Это не твое дело, Брэдфорд. Я перед ручным и собачками не отчитываюсь. Ха, ну может и нет. Вот только что скажет мастер Шредер, когда я ему расскажу, что ты помогаешь врагу. Ничего, потому что сначала тебе придется меня одолеть. Ну вот, как-то вот так, друзья. Здорово. Итак, одна из трех волн. Давайте-ка мы попробуем сразиться и победить вот этих врагов. Итак, вперед, друзья, вперед. Давайте-ка попробуем справиться. Итак, в начале игры наносим удар вот этими кунай кинжалами. Отлично, неплохо, забавно, интересно. Вот, надеюсь, что сейчас мы их добьем. Вот. Так, и давай-ка добивай. Вот, отлично. С первым героем мы справились. Вернее, с первым противником с ниндзей. А сейчас добьем вот второго ниндзю.
Вот так и останется всего один противник. Ну что же, добиваю вот так, здорово. И еще вот так. Ну что же, супер. Супер-супер, но, к сожалению, друзья, в следующем бою, друзья, нужно будет уже применить лечение, потому что вот этого доктора в его робоскафандре здоровья совсем уже нет. Итак, бросаем диски. Ох, как здорово. Какой классный урон. Итак, попробуем доктора вот добить. Не удается. Не удается, не удается. Итак, лечить, либо нападать. Нет, друзья, давайте-ка я все же нападу. Вот, надеюсь, что не будут атаковать нашего доктора. Вот, и удастся нам выжить как-то. Ох-ох-ох-ох-ох, как здорово нанесет урон. Итак, наносим урон из пистолета. Вот, и добиваем вот этого низю. Вот, здорово, здорово, супер. Отлично. И еще попробуем, друзья, справиться с вот этим противником. А вот сейчас нужно, друзья, применять лечение, потому что очень катастрофическое здоровье у наших героев. Вот так, замечательно. И давайте-ка пусть девушка наносит урон. Вот так. Здорово, здорово. И да, противник повержен. Ну что же, третья волна, финальная волна. И перед нами вот босс третьего и четвертого эпизода второй главы. Ну что же, попробуем, друзья, с ним справиться. Итак, один ниндзя удар. Еще наносим ниндзя удар. И вот девушки наши получаются на орехи. Итак, давайте-ка я бросаю кинжалы. Вот, надеюсь, что нанесем больше урона. И вот девушка уже добита. Ох-ох-ох-ох-ох, ничего себе. Так, попробуем, друзья, добить вот этого ниндзю. Да, вот. Отлично, ниндзя повержен. Есть у нас, друзья, вот. Ох-ох-ох-ох-ох, что делает, что делает. Итак, давайте-ка я попробую добить вот этого ниндзю. Да, вот нас вот осталось двое против одного. Ну что же, друзья, я надеюсь, что все же нашим героям как-то удастся справиться. Итак, вперед. Наносим урон неплохо. Ох-ох-ох, как здорово наносит урон. А вот наш ящер пусть нанесет урон дисками. Вот так здорово. И черепашка пусть нанесет супер удар. И почему-то, друзья, не добил. Не добил. А если вот так? И да, победа. Ну вот, удалось, друзья, пройти нам вот эту вторую главу, четвертый эпизод. Ну что же, чудесно. Друзья, замечательно. Вот выиграем мутаген, веревку и дорожный конус. Ну что же, супер, друзья. Ага, еще есть, друзья, и пятый эпизод, и шестой эпизод в этой миссии. Ну что же, замечательно, интересно, прикольно, забавно. Итак, друзья, вот заканчивать видео, либо продолжать. Друзья, даже не знаю. Кстати, давайте-ка посмотрим, что это за значок задания. Откройте колоду, поднимите уровень персонажа. Давайте-ка возьмем вот эти интересные плюшки. И да, и наши герои вот перешли на четвертый уровень. Открыта она нам новая карта, мутаген, видеокассета, денежка. И Бастер, друзья, открыта карточка, наверное, для улучшения. А это что у нас? Вот 10 единиц каких-то звездочек. Ну, как-то вот так. Итак, что это, друзья, было за карточка? Честно говоря, я не понял. Но давайте-ка, друзья, зайдем вот сюда. А теперь я, друзья, смогу поднять вот навыки наших игроков. Давайте-ка я этим и займусь. Вот, да, до четвертого уровня подняли нашу низю. Вот, отлично. А теперь ящера давайте-ка поднимем. Вот так, здорово, отлично, неплохо. Вот нашего Леонардо. Это Леонардо, а не Рафаэль, друзья. Я что-то, друзья, думал, что это Рафаэль. Итак, поднимаем его тоже до четвертого уровня, здорово. И еще вот этого Бакстера давайте-ка мы тоже вот поднимем вот до следующего уровня. Ну что же, замечательно, замечательно, друзья. Вот могли бы, друзья, еще вот открыть Бакстеру Стекману за 100 единиц плутония, не плутония, а мутагена, друзья, еще вторую способность. Соберите больше снаряжений, чтобы улучшить эту способность. Ага, на нее не хватает, друзья, вот ресурсов.
Вот, а что нужно, чтобы он стал у нас на две звездочки, друзья? Что-то я не помню. Вот. Хорошо. Ну что же, друзья, давайте-ка я пока вот вернусь назад. Вот, пойдем в бой. И давайте-ка, друзья, попробуем все же завершить вторую главу. Осталось две миссии. Ну что же, вперед, вперед. Вот, мы четвертого уровня, а здесь все шестого и седьмого. Это будет, конечно же, тяжело, друзья. Наверное, это будет очень нереальный бой. Тем не менее, давайте-ка, друзья, я попробую его сразиться. Так, подождите секунду, нельзя бросаться на Кренга, не разработав план, это слишком опасно. Да какая разница, ты боишься черепаха, мы можем добраться до Кренгов, значит надо атаковать. Ну что же, я согласна с большой ящерицей, они напрашиваются на драку. Вот так, или ты с нами, черепаха, или против нас, принимай решение и побыстрее. Ну что же, вперед, друзья, вперед. Давайте-ка попробуем вот пройти вот эту миссию. Хотя вот враги здесь шестого уровня, поэтому будет непросто с ними справиться. Вот видите, все шестого уровня. Итак, бросаем кинжалы. Вот неплохо. Отлично. Вот, ой-ой-ой, как здорово наносят нашим героям повреждения. Ну, а я пока наношу урон. Вот. Мечами неплохо. И еще вот давайте-ка пусть ящер из пистолета не несет. И вот этот доктор пусть добивает врагов. Ну что же, замечательно, замечательно. Вот так. Здорово, шутя, справляемся. Отлично, отлично. Ну что же, забавно, интересно, прикольно, необычно. Вот. И давайте-ка, друзья, я подлечу наших героев. Потому что девушка Низя сейчас просто может погибнуть. Вот, пусть пока она попробует добивать. Вот так, замечательно, вот здорово. И остался, друзья, у нас последний враг. Ох-ох-ох-ох-ох, бедная, бедная девушка Низя. Здоровья практически у нее не осталось. И еще вот так. И вот добили вредины, добили, добили вредины нашего героя. Очень жаль, очень жаль. Ну что же, придется втроем против троих, а не более высокого уровня. Не знаю, не знаю, друзья, как удастся нам справиться. Вот и впереди еще босс. Ну, будем стараться. Вот, отлично. С первым противником справились. А теперь, друзья, давайте-ка будем пробовать справиться с остальными. Итак, бросаем диски. Неплохо. Наносит урон. Вот так. Замечательно. И еще вот так. Да. Второй противник повержен. И остался вот последний робот. Отлично. И еще вот так. Ну вот, замечательно. И еще супер удар. Ну вот, супер, супер, супер. Друзья, враги повержены. И сейчас давайте-ка мы сразимся с вот этим забавным насекомым растением. Ох-ох-ох-ох-ох. Ничего себе, какая классная граната. И вот, друзья, мой черепашка-ниндзя повержен. Очень печально. Давайте-ка мы первым делом попробуем вот справиться с роботом. И в этой главе, друзья, мы уже с вами не победим. Вот все же сильные враги. Друзья, нужно было, конечно же, вот лучше усиливать наших героев. Вот видите, проигрыш, проигрыш. Ну ничего страшного, друзья, в следующей части я вот поднакоплю денежек, и мы попробуем вот сразиться с врагами. Итак, друзья, я на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых видео. Вот, кстати, тут пишет, все прошло не слишком удачно. Давайте найдем способ усилить нашу команду. И как же это сделать? Видишь, это значит, что в главе 1 можно найти ДНК. И что же это сделает? Вот, сложный, ага, вот выбрать сложный уровень, и за это, друзья, нам дадут вот интересные плюшки. Вот, здорово, здорово. Ну что же, замечательно, друзья, ну давайте-ка я еще пройду вот этот сложный уровень. Вот, возможная добыча 4 из 5. Играя в сложном режиме, можно найти, собирать ДНК, чтобы открыть новых персонажей. Понятно. Вот, 12 кусочков пиццы, за это все дело нужно. На этом игровом уровне есть вероятность найти ДНК Пакуса. Жми бой.
Ну что же, друзья, давайте-ка я еще разок пройду вот эту вот миссию, и мы на этом будем прощаться. Вот, а где же наш робот? Странно, друзья, что здесь нет робота. Вот видите, как шутя, вот наши герои просто вот так как-то вот разбивают врагов. Ну что же, ничего, неплохо. Отлично. И еще вот так замечательно. Отлично. Ну что же, просто вот так легко добиваем. Добиваем. Итак, давай-ка добивай их. Вот, замечательно. Замечательно, замечательно. И вот этот забавный вот монстрик. Так, давайте-ка я попробую забросать его кинжалами. Вот, отлично. И еще дисками. Вот так. Вот, и еще. А ну-ка, 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 ну-ка. Вот, смотрите, что делает. Ничего себе. Итак, давайте-ка я несу урон вот так. И еще мечом, может, наша девочка ниндзя добьет. Ну вот, здорово, здорово, друзья. На 3 звезды мы сыграли. Вот, получаем вот не мутаген, а вот ДНК. И да, друзья, и мы переходим на 5-й уровень. Вот, супер. И вот что-то мы, друзья, получаем. 6 кусочков пиццы, мутаген, денежку. И вот новый персонаж, друзья, разблокирован. Вот, друзья, наконец-то 5-й герой вот к нам. И еще вот Пакус, по-моему, открыт. Ну что же, здорово, друзья. Итак, кого мы можем открыть? Мы можем открыть нового героя. Можем его нанять. Вот такое вот забавное чудовище. Ну что же, здорово. Итак, давайте-ка я его улучшу. Вот новый уровень. Давайте-ка вот так, 3-й. Вот, теперь, когда с нами Пакус, у врагов не останется ни единого шанса. Ну что же, супер, друзья. Итак, в следующем видео, друзья, вы увидите, что нас уже будет 5. 5 против 5. И я надеюсь, друзья, что мы уже будем выигрывать. Итак, я, друзья, на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте новых серий. Всем пока, друзья. До новых встреч.